Всем привет, меня зовут Сергей Чурко. В этом видео я сейчас покажу, как добавить вот этот сайт. Для индексации в поисковик mail.ru. А что для этого надо? Скопируем URL, выделяем копируем, заходим в кабинет вебмастера на mail, то есть webmaster.mail.ru, /domain. Здесь вы видите, я уже добавил несколько сайтов на индексацию. Нажимаете кнопочку «Добавить сайт». Вставляете URL. Окончание вот это выбираете. И вот эти три W убираете. То есть у вас должно быть так. HTTP, двоеточие, две косые черты, микрокоманд. Ну, и название вашего домена. Дальше вводите вот эту капчу. Нажимаете кнопочку «Добавить». Так как сайт сделан на UWeb, у нас есть возможность добавить TXT-запись через DNS. Как это сделать? Ставим здесь птичку. Вот это копируем. Пускай сейчас скопирую вот это. Переходим на VWebs сервис в раздел cPanel. В cPanel нужно зайти в раздел «Домены», «Расширенный редактор DNS-зон». Здесь тип TXT, данные TXT вставляем. Теперь дальше. Название домена. Выделяем, копируем. Вот раздел «Имя». В раздел «Имя» вставляем название домена. TTL. Посмотрите, что у вас здесь. Вот первое берете, копируете и вставляете. На самом деле с цифрами я пока не знаю, что они означают. Но по крайней мере это работает. И нажимаете «Добавить запись». Добавлена запись. То есть вот здесь megacommand.com 300 in txt и вот эта запись txt добавлена. Можно всегда либо отредактировать, либо удалить. Теперь дальше. Здесь птичку поставили, потому что мы этим способом добавляем подтверждение на домен и нажимаем кнопочку «Проверить». Проверка была выполнена, поэтому сайт прошел. Сайт уже находится здесь. В ближайшее время поисковик запустит робота на сайт, и он уже проиндексирует все страницы. Можно также добавить вот эти метаданные. Нажимаем «Метаданные отсутствуют» и здесь добавляем полное название. Тут есть подсказочки. Полное название вашего сайта или организации. Ну, допустим, вот так. Берете, копируете полное название. Значит, sitemap – это файл с расширением sitemap XML. Значит, его сейчас нет, поэтому я оставлю поле пустым. Сайт-линки – это ссылки на самые востребованные пользователям пользователями поиска разделы сайта. То есть это фактически URL-страница на сайте. Допустим, продукты. Раздел. То есть вот так. Возможности для бизнеса, к примеру. Заголовки пишу, вставляю. URL. URL. Вот этот беру, копирую. Вставляю. Страна. Страну оставлю как есть. Телефон. Сохранить. Вот, можно всегда отредактировать. Можно добавить еще странички дополнительные. Допустим, маркетинг. Копирую URL. И пишу заголовок. Так, тут страница еще не оформлена. В ближайшее время оформлю.
маркетинг access. Так, еще нажму плюсик, добавлю еще страничку. Допустим, контакты. И еще плюсик нажму. Добавлю еще раздел инструкции. Например, так. И нажимаю сохранить. Все. И метатеги добавил. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч.